Эта хоста называется Christmas Tree. Она выведена в 1982 году. Она хоста-старичок в моем саду. Появилась очень давно. Одной из первых я ее покупала. Она среднего размера. Где-то высотой она 45-50 сантиметров. В ширину доходит до 90 сантиметров. Листья у нее крупные, округлые, очень плотные, сжатые, достаточно сильно сжатые. Центр у нее синевато-зеленоватый за счет воскового налета, а край у нее нерегулярный, желтоватый и кремовый. Сначала в начале сезона он более вот такой желтовато-зеленоватый, холодного оттенка, а в течение лета он меняется на более теплый, светлый, желто-кремовый. Цветы лавандовые, разрастается она быстро, нетребовательная к местоположению, хорошо выглядит как на солнце, так и в полутени. Я эту хосту таскала по своему саду, она у меня сидела на разных местах, и на солнце, и в полутени, и совсем в полной тени. И везде показывала свое полное соответствие сорту, свой цвет, всегда выглядела привлекательно.